Стартап Monolith Studio объявляет о запуске первой дебетовой карты, основанной на смарт-контрактах. Токен Карт также начинает краудсейл своих токенов. Проект впервые начнет использовать сеть эфириума для виза-платежей. Это позволит пользователям карточки тратить эфиры и токены стартапа в любом терминале, который принимают карточки виза. Токены Токен Карт были сгенерированы 2 мая 2017 года как часть фазы создания токенов.